Нет, уверенность в конечном успехе Детройта. Конечно, конечно, сейчас середина второго периода, еще очень рано об этом говорить. Но вот потому, как сейчас события развиваются, ну, посмотрите, у Детройта практически каждая атака, да, она или опасна, или потенциально опасна. Ну, вот это, в частности, завершается голом. И второй раз звено Валтери Силкула забивает за последние, сколько там, 2-3 минуты. Отличился Бертуцци только что. На всякий случай нам показали Тая Конклина на скамейке запасных. А забил Якуб Киндл. Это его первая шайба в Национальной хоккейной лиге. Ну, повезло здесь, можно сказать. Положил клюшку на лед Полок, пытаясь прервать передачу. Ну, если бы передача прошла, здесь был бы гол однозначно. Гудлер там перед пустыми воротами.